Перспектива сотрудничества очень даже реальная. Но дело в том, что стоит понимать, пассажирский горэлектротранспорт закупается исключительно через тендер. И если мы удовлетворим условиям тендера, то сделка состоится. Городу, не только Ташкенту, но и Самарканду мы можем предложить трамваи как с переменным уровнем пола, так и полностью низкопольные. Все для удобства пассажиров. Переменный уровень пола – это там, где в салоне ступеньки оборудованы над тележками, а низкий уровень пола – это полностью пассажирский салон без ступеней. Трамваи могут быть различной вместимости. В зависимости от того, на каком маршруте предполагается использование трамвайного вагона, трамваи могут быть односекционные, могут использоваться несколько односекционных трамваев в связке по системе многих единиц для увеличения пассажировместимости. Также могут использоваться трамваи повышенной пассажировместимости с двумя полноценными кабинами в начале и в конце, поэтому не надо оборудовать дополнительное разворотное кольцо для трамвая. Он в одну сторону проехал, машинист пересел в другую кабину и уже готов ехать в обратную сторону. Помимо того, что у трамвая обычно увеличенный срок службы, то есть это около 15 лет и больше, наравне с 10 годами, которые даются там для троллейбуса или автобуса, плюс трамвай может эксплуатироваться на выделенной скоростной полосе, он не будет зависеть от пробок, он не будет зависеть от других каких-то моментов, которые могут встречаться там в большом городе. Плюс еще, если его достаточно хорошо обслуживать, он может действительно прослужить верой и правдой долгие годы.